Работы по очистке территории продолжаются. Вывозить немерено сколько. Конечно, территория вся заросла грязью из-за бездействия наших властей. То есть с декабря месяца мусор не вывозился с территории приюта. Вот. И сейчас своими силами и с вашей помощью материальной мы нанимаем людей, нанимаем машины по вывозу мусора. И это, конечно, все не дешево, это очень дорого. Но, еще раз говорю, нам нельзя опускать руки, нам надо продолжать облагораживать приют. Надо облагораживать приют и приводить в порядок, чтобы все было... Ну, значит, сначала чистота должна быть, антисанитарии быть не должно. Снег сошел, теперь вот должны мы все это сделать хорошо. И надеемся, что у нас будет все хорошо.